Петрозаводске подписали соглашение о сотрудничестве между Национальным музеем Карелии и Российским этнографическим музеем. Цель документа – развитие партнерских связей между учреждениями культуры Северо-Запада, обмен выставками и совместные научные изыскания. С нашим, ведущим этнографическим музеем, Российским этнографическим музеем, который в Санкт-Петербурге, мы заключаем соглашение о сотрудничестве. Мы всегда с ним сотрудничали, а пользуясь вот юбилейными этими днями, присутствием делегации из РЭМа, Российский этнографический музей, мы вот подпишем такое соглашение. Соглашение подписано в рамках конференции «Музеи в Северном измерении 2021». В ней принимают участие научные работники из России, Финляндии, Эстонии и Швеции. Они делятся опытом и лучшими практиками музейной деятельности в своих регионах.